«Знай свои деньги». Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года новой модификации. Основной дизайн остался прежним. Комплекс защитных признаков усилен. Герб Хабаровска. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. На защитной нити видны повторяющиеся числа 5000, отдельные цифры которых при наклоне банкноты перемещаются относительно друг друга. На однотонном поле появляются цветные полосы. Они переходят в полосы, которые видны постоянно на темном элементе в нижней части поля. Новые защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Подробная информация на сайте Банка России www.cbr.ru.